Подходит к завершению первый этап чемпионата России в Саратове, в дворце спорта «Кристалл». Посмотрели мы шикарные поединки, и остается вишенка на торте. Последний матч, который припасли на самое завершение этапа, и это встреча в рамках волжского дерби. Матч между хозяевами, саратовской «Дельтой» и самарскими «Крыльями» Советов. Надо выложиться матч. Главный тренер команды сейчас как раз на наших экранах. Ирина Джабаров. Но давайте озвучим всех действующих лиц этого поединка. Начиная с судей. Пацана, возможности дать всем, наверное, подвигаться, поиграть. Пока даже по... Опа! И что сейчас произошло? Я даже не понял. Смотрел больше на то, как меняются футболисты «Крыльев» и кого там не хватает непосредственно на площадке, кого не задействуют, пока начал высматривать. Стальмахов, Фролов, а тут Тимур Джабаров, отдавая мяч Гусеву. Как раз таки отличился в этом плане. Смотрим за ударом. Штанга. Ну еще в поединке с ЦСКА. Получается, что Андрей Виноградов, да, точно забил свои ворота, конечно. Два автогола было, и как раз с участием футболистов, которые сегодня на песок будут выходить. Правда, Виноградов пока с Солдатовым не задействованы. А это ответ Вадима Бокача. Головой сложился и очень здорово пробил. Бокач, и счет сравнивается. Счет сравнивается. Автор гола на ваших экранах. Александр Беседин не сумел ничего поделать. Прямо рядом с ним прощает мяч. Пробует обыграть теперь сам. Ну, как футболисты в ободке у нас идут. Бокач! И мяч летает в сетку. Дубль Вадима Бокача. Голевая передача Андрея Панкратова. Закатывается мяч мимо Александра Беседина. Ну, вот так вот просто, наверное, этот турнир можно назвать таким становлением молодого вратаря петербургского, который болельщики, думаю, что «Дельты». Да, втроем. Как раз «Дельта», «Дельта». Получает удовольствие. А это сейв Гусева от игры. Получает удовольствие от игры, которую смотрят. Краснощеков, подача углового. Хороший диагональный перевод Раскин. И не успел Панкратов. Не ожидал. Не ожидал. Либо остановка должна быть, когда штрафной или прочее что-то назначено. Это гол! Забивает его Миранович. Вот так выжил Барсуков и пропустил. Не дотянулся до мяча. Очень хороший удар удался Мирановичу. И сравнивается счет. Становится 2-2. Смотрим, как Миранович сам. Здесь не сумел Джабаров. Отскочила, может быть, даже неудачно как раз. И теперь вот видим за разбегом и за лицом Сергея Турзанова. Сзади Алексей Краснощеков выжидающе смотрит. Удары Гусев тащит. Это самый сложный для отражения. Выскреб там мяч и уже вводит его на Солдатова. Скидка Паулиньо. Паулиньо уходит. И это опаснейший штрафной. Джерлан спалил. Ну и автогол. Мы также увидели Паулиньо. И все. И дальше смотрим за ударом Паулиньо. Беседин. Беседин ногами отражает этот удар. А дальше уже снова штрафной. И будет бить Джерлан. Пока повезло Джерлану, что в этой ситуации все-таки... Миранович. Дальше по бровке нету. Трофинья уже, по-моему, без сил. Ну, пас какой выдал. И удар какой! Штанга! Какой был бы мяч, а? Но все-таки здесь уже не хватило немножко расчетливости. Да, сама атака все равно получилась. Вот уже с последних сил, но активно поддерживают. Ну, а остальной стадион, понятно, что тоже за «Дельту», но пока в тишине. Савич пробивает. Вот такой удар и... Гусев отражает его.
Фролов на подачу углового. 3 минуты ровно. Савича, бросок, Бокач обратно на Семенова. Семенов дотянулся и пробил-то как. Так что Беседину пришлось выручать. Вот это удар. Абсолютно неожиданный, скорее для того, чтобы не упустить мяч, но какой же он получился интересный. И тайм-аут. Не забила Дельта, тут Савич, и есть взятие ворот. Да, есть взятие ворот, это гол. Это гол, и это 3-2. Показал все судья, и теперь Дельта рискует проиграть. Вот так. Ничего себе, кто бы мог подумать. Илья Савич пробил, и да, мяч попал, конечно, за линию. Полностью тут даже нет споров, он зашел с запасом. Да, зажжет сейчас вот такой вот парашютик. Рафинья, 2 секунды, будет ли удар? Паулиньо, нет, не будет ни удара, ни фола. Крылья Советов берут и одерживают победу в волжском дерби. И как раз намекая на то, что всегда эти матчи отличаются особым накалом. И поэтому не сравнивается счет в противостоянии. Крылья Советов еще и делают небольшой задел. Ну а саратовские болельщики, конечно, с большим сожалением покидают трибуны. Увидели они 2 победы на старте этапа. Дальше Дельта проиграла 3 матча. 6 очками команда Эмиль Джабарова финиширует на 3-м все-таки месте.